Расскажу по Шеренптаху. Он во дворце. Здесь рядом стоят лошади. На перегонки, как раньше, в силе? А, если готова проиграть. Каков болтун. Ты возьмешь свои слова назад. Догоняй! Каков приз за победу? Ты никогда не узнаешь.
Ты медленнее Рамзеса, а он уже пару лет как мертв. Ты скоро отстанешь. Правда? Ну, быстрее, быстрее. Я должна ему доказать. Похоже, я все-таки победил. Похоже, так. А, у всех свои слабости. Да. У тебя, например, к бахвальству. Что еще за шум? Царица будет говорить. Идем послушаем. Разойдись! Пока он правит, боги проклинают нашу землю и не позволят Нилу разлиться. Но когда богиня во плоти займет место на троне, воды вновь поднимутся. Верьте мне, и Мемфис воссияет, как рубин в обрамлении золота. Верьте мне, и Египет возродится! Их нельзя терять. Для них я должна оставаться богиней. Царица, скажите, бык Апис все еще болен? Мы нашли причину болезни. Он отравлен. Кто это сделал? Жрицы-близнецы. Приказываю сварить их заживо в бронзовом быке. Прошу, нет. Их заставили. Их брата похитил жрец Анубиса в синем шарфе. Кашляет. Хетепи? Ну это же мой ближайший советник. Не стоит слепо верить тем, кто живет в твоей тени, жрец. Даже Хетепи против меня. Твоя семья была в опасности. Но это позади. Верь, мы справимся. Жрецы Анубиса будут проводить обряд в Великом Храме. Ищи их маски. И мой клинок найдет свою цель. Ай, нет. Дай я. Мне все равно, кто убьет Хетепи. Он должен быть мертв до нашего отъезда в Гераклеон. Стой! Да вдохнет Птах-отец силу в твои руки. בדדוק אני חיית. האמון, סתי ירדה מעיני.
Хай позишн герех. Но! Выхес! Аан, ваат! Должен умереть лишь один жрец. Ошибиться нельзя. Это его вещь. Еще один жрец Анубиса. Ящерица! Жрец, проклявший Мемфис! Я чту традиции Египта. Цена слишком высока. Люди страдают. Дети гибнут в утробе. Имя Верховного Жреца опорочено. Его имя давно пустой звук. Все люди всего лишь божий скот. Их нужно подгонять кнутом. И ты один из них, Байек. Ты глупый зверь! Меня ведет воля. Не страх. О да. И кто же охаживает кнутом тебя? Кто повелел тебе лишить меня жизни? У меня мои боги. Узри своих. С Мемфиса. Надо сообщить остальным. Всех, кто вздумает с нами тягаться, дело еще ждет смерть. Убийца рядом. Thank you.
Ну-ка, постой! Или тебе есть что скрывать? Царица, они лишь хотели спасти своего брата. Теперь с проклятиями покончим. Хетепи. Что довело тебя до этого безумия? Мемфис снова твой. Наш. Раз со злодействами покончено, можно готовиться к фестивалю Абиса. Пусть демоны сожрут Кахи-Тепи. И пусть убийцы Хему последуют за ним. Мне больно уходить от тебя, но я пойду одна. Ая! Я выполню свой долг. И куда он ведет тебя? На север. Поджечь море. Я буду верен тебе. Надеюсь, наши пути еще пересекутся. А пока, пусть эта ночь будет нашей. Thank you.
Кемервен. Бендуа! Захрая жесту аву! К чему слезы? Проклятие сняли. Ты ведь сам знаешь, страхом матери, потерявшей дитя, не от конца. Так же, как гневу отца. Страхи и гнев всегда приходят на смену горькой утрате. Прошу, дай мне побыть одной. Прошу, Нэп, пойдем. Оставь ее, дай погоревать. Я могу что-нибудь сделать? Она нашла некий древний текст о ритуале защиты. Осталось собрать всего несколько... Я помогу. Стой, Нэп. В нетерпении не сыскать покоя. Хозяйке нужны части свежих туш священных птиц. И, пожалуйста, принеси талисман плодородия из синего фаянса. К югу от храмовой купальни есть лавка, где ты сможешь его купить. Тогда жди меня на дороге, ведущей к пирамидам. Береги себя. Сперва достану талисман, потом займусь птицами. А ты не робкого десятка, дуралей. Заброшенный склеп? Служанка сказала, лавка здесь. Что-то не похоже. Да простят меня величайшие мастера ремесел. Я был уверен, что это он навлек проклятие на Ментис. И не ты один. Что было, то было. Однажды я ходил в храм на молитву и разговаривал там с жрецом Анубиса. Он нашептал мне много плохого о Пашеринктахе, об искажении ритуалов и других ужасных вещах. Видно, в храме плетут интриги не хуже, чем во дворце. О, Нэп, добро пожаловать в мою лавку. Миджай, как неожиданно. Давненько я не видела твоих братьев, Миджай. Нас не так много. Впрочем, как и тех, кто торгует в склепе. Моим гостям не нужно внимания. Только это дешевое барахло? Гости знают, у меня есть все, что нужно. Надеюсь, и то, что нужно мне. Я взгляну на товар. Ну, конечно. Не стану тебе мешать. Извини, мне придется отлучиться. Скоро вернусь. Это список. Тут есть талисман из синего фаянса. Надо еще поискать. А во втором зале собран земной скарб Харапола и Шеш для безбедной жизни в полях Иалу. Но это лишь часть текста. Интересно, что там дальше. Здесь ничего ценного.
Но зачем торговка хранит это барахло? Явно что-то скрывает. Торговка не хотела, чтобы я нашел тайник. Товар верно краденый. Талисман плодородия. Таимхотеп будет рада. Я все нашел. Таимхотеп ждет меня на дороге к пирамидам. Чай. Ты разбудиваешь покупателей. Простят меня величайшие мастера ремесел. Я был уверен, что это он навлек проклятие на Мемфис. И не ты один. Что было, то было. Однажды я ходил в храм на молитву и разговаривал... там с жрецом Анубиса. Он нашептал мне много плохого о Паширинптахе. Об искажении ритуалов и других ужасных вещах. Видно, в храме плетут интриги не хуже, чем во дворце. Разойдись! Яла, яла. С дороги! Да простят меня, ведь... величайшие мастера ремесел. Прочь с дороги! Я нашел все, что ты просила. Провидец был прав. Тебя послали сами боги. Ритуал нужно провести под тенью луны у самого подножья пирамиды Джосера. Ты сможешь защитить меня и мою служанку?
Дорогу туда может быть довольно опасной. Смогу. Тогда можем отправиться к пирамиде и там подождать наступления темноты. Здесь довольно опасно. Почему ты без стражи? Ритуал должно проводить в тайне. Поэтому ты выбрала обходной путь. Да, здесь редко, когда увидишь людей. Народ перестает доверять мужу, потому что у нас нет сына. А я уже потеряла столько детей, что они точно решат, будто муж не угоден богам. Народ уже начал шептаться. А ведь это я навлекла на нас позор. Небет, это не твоя вина. Тихо, Мара. Ты добра, но в свитках все сказано ясно. Полного рожденного зависит только от женщины. Я не верю в это, Небет. Мара, хватит обсуждать одно и то же. Давайте-ка помолчим. Не то кто-нибудь может услышать наши разговоры. Это верно. Вот ты где! Вижу врага! Убью! Я выпотрошу тебя! Выпущу тебе кишки! Мы добрались. Мой меч готов покарать каждого, кто рискнет помешать. Да поможет тебе сам Птах. В детстве каждое утро я повторял за отцом клятву Меджая, обещая помогать людям. Я Меджай. Я перо в орлином крыле. Живой клинок, что бьет с небес в самое сердце хаоса. Я истина, что скрыта. Бдительный страж. Дитя Нила. И защитник всех людей.
Меня не убить, ведь я уже среди мертвых. Приди ко мне днем, и мы пойдем домой. Эту клятву я хотел передать сыну. Ахмеру, я дерек. Пак ям дешер, это хауи, айратерен песет. Мечит. Я готов поговорить о сне. Конечно, избавитель, но сперва помоги мне. Как? Я вижу опасность. Тучи сгустились над тремя несчастными. Путешественнику, распутнице и попрошайке грозит беда. Что я должен сделать? Дай каждому амулет, что защитит их от тьмы. Первого ищи у великого храма. Второго к востоку от него. Третьего в туннелях, что проходят под ним. Я буду ждать на пристани, неподалеку от великого храма. Надо действовать. Устаешь, да? Что? Вижу. Oh!
Эй, что? Я выпотрошу тебя! Ты от него! Хвала богам! Готов к бою, Миджай? Готов. И все. Свобода! Ты неплохой боец. Стараюсь. В первый раз застали врасплох. Провидец передал тебе амулет. Он защитит тебя. Детей я им не накормлю. Я сделал для тебя все, что мог. Дальше справляйся сам. Прости за грубость. Ты рисковал жизнью, спасая меня. Если я погибну, моя семья не сможет прожить. Провидец говорил о туннелях. Я на верном пути. Меня, а? Нашел? Эй, сдохни! Помогите!
вторжение! Сюда! Сюда! Я пришел слишком. Я пришел слишком поздно. Он сейчас в мире дух. Пусть амулет хранит его Ка. Эй, ты! Эй! Ah!
дедук, а не хает. Тебе здесь не рады. Я бы насладился твоей бессмертной огонью, но дела что? Прости, но мне нечем отблагодарить тебя. Награды я не ищу. Вот амулет от провидца. Он знал, что тебе что-то угрожает. Зачем мне эта безделушка? Просто возьми его и покончим с этим. Ладно, может быть, он понравится моей маме. Я отдал все 3 амулета. Надо вернуться к провидцу. Попробуй это. Сухая, не тут, а сему. Сему. Ай, этай, релу. Что ты делаешь? Хай бессешен герех. Ты доставил все амулеты? Да. Но один я принес слишком поздно. Кому? Страннику. Его укусила змея, он умер от яда. Это горькая весть. И все же свой долг ты исполнил. Благословенные воды Нила омывают священный остров. Только там я сорву покров тайны, что стоит за твоими кошмарами. Теперь расскажи мне, что ты видел. Я вижу одно и то же. Каждую ночь, весь этот год, бушует песчаная буря. Я поднимаюсь, а затем иду по разрушенной галерее в зал правосудия. Там мой двойник кладет сердце из черного камня. О чем мы говорим? Там мой двойник. Сердце из черного камня на чашу весов Маат. И затем меня атакует бог-змей, Апоп. Он выше, чем горы. Просто огромен. В моих руках появляется лук. И я побеждаю змея. Но он меня ранит. В
Вокруг темная вода. Я пытаюсь плыть, чтобы вынырнуть среди лотосов. Я забираю свое сердце с алтаря и иду в поля ее. Там вдалеке я вижу сына. Стоит мне подойти, он становится пеплом. Он... Все это видит твое сердце. Сюда! Священный остров ожидает нас. Хочешь изгнать проклятие, что отравляет твой сон? Есть ритуал, что навсегда освободит твой разум. Да, я готов. Войди в южные воды и достань статую Хнума из затонувшего храма Рамзеса. Воплощение великого гончара Хнума поможет нам провести ритуал. Статуя. Отнесу ее провидцу. Вот статуя. Хнум, создатель людей. Он убьет Апопа за тебя. Здесь нужна сила твоего разума. Сядь рядом со мной и погрузись в медитацию. Я помогу. Прости, свет. Иди к нам, свет. Поднимись, великий свет. О... О, темнота! Покинь его! Где провидец? Как он покинул остров?